Первый тур, который принимала грибная база Мозырского училища Олимпийского резерва, продемонстрировал возросшую популярность пляжного волейбола. Ведь только на этом первом этапе были заявлены свыше 20 пар, и трудно представить, какая конкуренция развернется на третьем заключительном туре, который состоится в Минске с 20 по 22 июня, и где определятся чемпионки и призерши нынешнего первенства. Конечно, жаль, что звание чемпиона вручается только по итогам последнего этапа, а не по сумме всего тура, который в 2012 году спонсируется компанией «Миловица». Ведь мазырянка Татьяна Сирик со своей напарницей из Минска Еленой Бурак по итогам двух туров далеко оторвались от преследовательниц в общем зачете. В Минске выступали еще 6 волейболисток «Жемчужной Полесья», но, к сожалению, лавров они не снискали. Впрочем, еще раз отмечу, что решающий тур третий, и кто знает, быть может, кто-то из девчонок специально маскирует свои истинные силы и возможности, чтобы выстрелить в самый ответственный момент.